7 крупнейших инвестиционных проектов страны рассмотрели в Министерстве финансов России. 3 будут реализованы в Приангарье. Важнейшим из них станет проект Иркутской нефтяной компании в Усть-Кутском районе. О проектах, реализуемых в Иркутской области, рассказал губернатор Сергей Левченко в ходе пресс-конференции в информационном агентстве «Интерфакс» в Москве. Это переработка газа и нефти нашей Иркутской нефтяной компании в городе Усть-Кутском. Общий объем инвестиций 460 миллиардов рублей. Сегодня эта компания крупнейший налогоплательщик в Иркутской области. Сейчас Иркутская нефтяная компания развивает не только добычу, но и переработку энергоносителей. Это соответствует одному из ключевых направлений экономического курса регионального правительства, подчеркнул губернатор Сергей Левченко. ИНК активно строит газоперерабатывающие производства в Усть-Кутском районе, а региональные власти возьмут на себя социальную сферу северного города. Там будут построены новый микрорайон на 3000 жителей, детские сады, школы, больницы. Проект ИНК может получить и федеральную поддержку. Выполнение газовой программы Иркутской нефтяной компании в полном объеме позволит создать более 2400 долгосрочных рабочих мест. А современное высокотехнологичное производство и наличие инженерной и транспортной инфраструктуры станут базой для развития новых предприятий в Усть-Куте, в том числе относящихся к малому и среднему бизнесу.